подводим итоги матча, состоявшегося в Кыштау. Орлан принимал гостей из Уральска, команду Ястребы. И вот так она была заброшена, первая шайба. Леонид Ждановский стал ее автором. Классный бросок. Это на 4-й минуте. В самом начале периода была реализована эта шайба. Дальше посмотрим, как у нас развивались события. Здесь проход Кладова. Хороший бросок, но здесь справляется голкипер Фанкотенов. Блестяще отработал в этом эпизоде. Атака Орлана. Здесь Кентаев имел хороший шанс. Не попал по воротам. Ну и здесь вот мы видим бросок Севастьянова. Ну и вот так вот был сравнен счет на Кладло. Клочков стал автором заброшенной шайбы. Это все события первого периода. Ну и сейчас будем смотреть все, что у нас происходило в периоде встречи номер два. Ну, пока вот досматриваю эпизоды. А вот как раз у нас уже эпизоды второго периода. В нем также мы две шайбы увидели. Ну и все обе шайбы были в ворота Орлана. Смотрим все, что у нас происходило. Перед воротами здесь пошла передача. Справляется здесь оборона Орлана в этой сложной ситуации. Силовый прием, после которого там долго поднимался Кергельден. Болезненное попадание было. Борьба на пятаке. И здесь животарь шайбу накрывает. Ну и вот сейчас мы посмотрим с вами, как была заброшена шайба. Вот она. Здесь Севастьянов становится автором вот этой голевой атаки своей команды. Ну и чуть позже мы еще увидим с вами шайбу Иконникова. Да, вот она. 1-3 после этого эпизода у нас счет установился. Ну и дальше во втором периоде у нас моментов голевых больше не было. И посмотрим мы сейчас с вами чуть позже все, что происходило в периоде встречи номер 3. Ну, этот момент показывает, страсть у нас подзакипали, много было стычек, потасовок, команды вели такую бескомпромиссную борьбу. Здесь после этого первого эпизода 5-минутный штраф получил Данил Басько, оставил команду в меньшинстве. Но выстояли в конце периода, вот, начало третьего, здесь все-таки смогли забросить шайбу. Ну и вот смотрим, как все это происходило. Дальше смотрим эпизоды уже третьего периода. Здесь наброс и классная шайба. Данил Басько становится автором вот этой шайбы. Ну и чуть позже мы еще одну шайбу с вами посмотрим. Здесь Монахов давал передачу. Опять же Данил Басько бросал и подправление Георгия Монахова. 3-3. И казалось, запахло овертаймом, но нет. Сергей Юрьевич, наставник команды Ястребы, взял тайм-аут и, видимо, нашел какие-то правильные слова, после чего вот произошел вот этот эпизод. Крицын становится автором шайбы номер 4 в ворота Орлана. Ну и еще одну шайбу мы сейчас с вами посмотрим. А вот он, бросок Севастьянова, достиг цели. 3-5. Ну и на этом больше уже и счет заброшенным шайбам у нас завершился. Да, еще предприняли попытку Орлан снять вратаря, сняли вратаря. Но сколько они пытались, в общем, эта шайба не была засчитана. Здесь положение вне игры. Игрок команды Ястребы находился в зоне. Можно было не разводить руками, но согласились здесь игроки. Таким образом, 3-5 итоговые цифры. И нам осталось с вами посмотреть только цифры статистики, которая сложилась у нас по всему поединку. Итак, смотрим. По броскам 28-43. Внушительное преимущество гостей в этом компоненте. Ну, абсолютно равные цифры, что редко бывает, на точке 30-30. По одной шайбе соперники забросили в большинстве ворота друг друга. Ну и отмечаем также штрафные минуты, которые набрали команды. 15 таковых у Орлана и 10 у команды Ястребы. Вот такие итоги встречи номер 2 между Орланом и командой Ястребы. 3-5.